Перед погружением в купель заготовьте полотенце и сухую одежду, например, халат. Перед тем, как окунаться, в течение 10-15 секунд подержите в воде руки и ноги. Перед погружением быстро и часто дышим, и после чего окунаемся. После того, как вы окунулись, у вас может быть небольшие задержки в дыхании, испертость дыхания. Но это все нормально, продолжайте дышать быстро и часто. Окунайтесь столько раз, сколько считаете нужным. После того, как вы вышли из воды, насухо и быстро разотритесь полотенцем. Потому что вы будете чувствовать жар и тепло, но это чувство обманчивое. Это все тепло выходит в атмосферу. Насухо оботритесь и одевайтесь в сухую одежду. О противопоказаниях забывать не стоит. Противопоказанием к окунанию и купанию, естественно, является алкогольное опьянение. Также, если вы недавно перенесли инсульты, инфаркты или, опять же, у вас есть какие-то хронические заболевания сердечно-сосудистые.